гостевая площадка, на которой вы сможете услышать всех гостей нашего фестиваля, будет работать завтра с 15 до 18.30 здесь, в фойе второго этажа. Завершает первое отделение концерта наш любимый дуэт, участницы творческой ассоциации 32 августа, постоянное украшение концертов «Обнинской ноты» Татьяна Пучко и Юлия Буганкова. Когда выступали здесь театр авторской песни, мы слушали их и подумали, а мы-то что? А мы тогда будем цирк авторской песни. Я не знаю, зачем я это сказала, но просто чтобы вы знали, потому что сейчас мы совершенно серьезные будем вещи исполнять, старые, знакомые, и только между ними я прочту свое новое стихотворение. Пожалуйста. Скользнем.
Браво! Спасибо. И вот буквально свежий Пушкин сегодня в поезде из Петербурга в Москву. Я написала стихи. Их еще никто не слышал. Я дерево. Представьте только, что средь ночи в тишине, звенящий стоном в моей груди рождается росток и обретает золотую крону. Разбрасывая время из борозд коры, пространство реже на полоски, и в корне превращается в нутро, и все его возможные отростки. Я дерево теперь навеки, век мой долг даже верно бесконечен, и торопиться некуда, и грех ли, что мои врастают руки в эти плечи. Я дерево, ты вся в моих ветвях, раскинутых подобно паутине по всей вселенной. И выходит так, что нас никак не разделить отныне. Через 10 минут мы ждем вас снова в этом уютном зале на второе отделение нашего концерта.